Итак, всем привет! Сегодня мы будем распаковывать посылку с Польши. Значит, сразу скажите, нравится ли вам такой формат распаковки посылок. Да, я учту и буду практически каждую распаковку иностранной посылки записывать, если вам понравится этот видос, конечно. Так. Ага, у нас она какая-то тут непростая. Так что делаем так, не паримся. Посылка доехала из Польши, внимание, за 8 дней. За 8 дней доехала посылка иностранная с Европы. Это неплохо, да? Ну, в прошлый раз мне из Польши ехала посылка 11 дней. Это еще, в принципе, ну, тоже довольно быстро. Но вот в этот раз доехала за 8 дней, я прямо офигел, скажу честно. Так, вот так открыли, пофиг. Так, значит, китайская газета. И вот у нас муравьишки все. Так, сразу надо посмотреть. Посылка, ничего не разбилось ли в посылке? Так, окей. Это Барбарус. Барбарус. Тоже Барбарус. Так, их должно быть сколько? Это все Барбы. Тут даже с этим есть. С рабочим. Так. Дальше у нас пойдут поинтереснее. Ага, Барбарусы с рабочими уже. Да, это Барбарус. Окей. Тоже Барб. Так. Дальше у нас пойдут поинтереснее. Ага, Барбарусы с рабочими уже. Да, это Барбарус. Окей. Это хорошие колонии уже, которые пойдут сразу же на продажу. Фак. Там что-то упало. Мне это очень не нравится. Там какая-то расколонная пробирка. Ой-ой, трэш-распаковка какая-то. Ёжик, что-то расколол. Блин, что-то точно раскололось. Мне это очень не нравится. Так, смотрим дальше. Это лигниперды. Так, лигниперда. Раз. А тут лигниперды и крутатусы. Лигниперды два. Это все еще лигниперда. Третья уже. Так, пока ничего не разбито. Не знаю, откуда осколки. Лигниперды 4. Неплохие, кстати, очень большие муравьи. Вот, чисто вот герки. Герки покрашенные. Так, там уже идут капитации. Значит, так. Здесь лигниперда. Еще одна. Вот так мы даже приблизили. Такая. Это пятая уже лигниперда. Так. Вот. Разбилась пробирочка. С куинтатусами. Блин. Слава богу, тут газета это была. А то у меня под рукой нету ваты. Всегда вот на будущее и себе, и вам, что когда распаковываешь посылку какую-то, даже с маленьким количеством пробирок, нужно хотя бы парочку пробирок уже сделанных иметь и кучу ваты. Вот если вот такие вот случаи произойдут. Так, ну вроде никто не разбежался. Муравьишки вроде умные. Не выбежали. Так, круенты отлично. Колония отличная. Это третья. Круенты. Кстати, очень неплохие морфы круентатусов. Текс. Круентик.
И пятый клиент. Тоже нормальный? Вполне, вполне. Да, ты не первый. Все окей. Ага. Сейчас я пойму. Так, вот шестой клиент должен быть. Вот шестой. Все, шесть клиентов, пять линий перт. Опа, еще одна раскололась. Видите, вот. Еще одна. Ну, слава богу, тут вата. Нормально сидит. Поэтому ничего страшного. Опа, очки. Тут уже с полусолдатиком капитатус. Так, а куда бы капитатуса положить? Ладно, на пол положу. Пофиг. Пофиг, пофиг, пофиг. А хотя тут можно оставить. Но тут еще барбаросы, поэтому нужно смотреть все. Круентатус. Ой, какой круентатус? Капитатус. Да, пардон. Их должно быть 10, по сути. Еще один капитатус. Три. Вот, пойма. Хорошая колония. Четыре. Ну, конечно, я все это буду переселять. Все буду переселять, максимально все. Ох, 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 ох. Пожалуй, это я здесь оставлю. Блин. Трэш. Ух, капитатус. Просто трэш-распаковка какая-то. Вот остальные капитатусы. Вроде доехали адекватно. Адекватно. Это вообще барбарус. Да, что-то все напутано. Все максимально напутано. Просто все пробирки в одной куче. Это непонятно вообще кто. Ну там по размеру можно смотреть просто и все. Вот так вот. Сравнивать. Кто больше. Вот этот больше, значит. Это вообще барбарус. Значит, 4 капитатуса было уже. Это барбарус. Это мы. Вот сюда, дружка. Тоже капитатус. Все я буду переселять. Это, конечно... Будет очень долго и очень муторно, но я переселял 20 капитатусов, помню, в прошлой посылке. Ну, это капитатус, наверное. Давайте опять-таки сравним. Хотя... А... Нет, это все-таки барбарус. Когда я еще переселять буду, и это все. Это кап. 6 уже. Вот так вот. Это капитатусы. И вот у нас побитый капитатус лежит, пробирка. Вот, в общем, вот такая вот. Вот столько вот пробирок. Еще там на полу, короче, капитатусы. Ну, в общем, вот такая распаковка получилась. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Ссылка на группу, где будут продаваться все эти муравьи, в описании к этому видео.